Это набережная при притоке Инзы. Название я, конечно, не знаю, но про знаменитую китайскую речку знают все. Здесь прям вообще хорошо. Вода, конечно, зеленая, ну ладно, ничего. Летают какие-то птицы даже. Вообще фишка Китая, то что, хотя я в довольно южном городе, как мне кажется, что здесь, ну, не так сыро, как у нас в Питере или в России. Все-таки температура такая хорошая, и все растет, и цветет прямо. И это касается, кстати, не только растений, но и жуков. К примеру, тут все больше, чем у нас. Типа у нас маленькие тараканы, здесь такие огромные. У нас вот сверчки такие сидят ночью, иногда стрекочут, а здесь они прямо орут и прямо днем прямо надрываются. К слову, вот у нас эти средства от тараканов такие маленькие, по 0,5, ну, рейд называется, бывает. А здесь они такие большие, 2-литровые баллонища прям.